Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. Сегодня снимаю видео по запросу. Буду чистить плитку, межплиточные швы в туалетной комнате. Чистить буду при помощи обычных средств, которые продаются во всех супермаркетах любого города. Надеюсь, что видео окажется для вас полезным. Всем желаю приятного просмотра. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Плитку и межплиточные швы я чищу обычным мистер Пропор, только я его не развожу. Если его развести водой, то это будет средство для мытья пола. А если его использовать концентрированным, то это средство великолепно оттирает любые загрязнения, любой засохший, застарелый жир, пыль, грязь. В концентрированном виде мистер Пропор имеет очень мощную формулу. Поэтому, друзья, попробуйте. У меня на канале есть видео, где я наглядно показываю, как чищу грязный линолеум при помощи этого средства. Ссылочку на видео я оставлю в инфобоксе. Кто не видел, пройдите, посмотрите. Но сегодня межплиточные швы я хочу почистить новым для себя средством. Это туалетный утенок Суперсила Видимый Эффект. Смотрите, бутылочка черно-синяя. Вообще, когда я покупала в магазине, бутылочки были разные. Есть утенок ультра-белый, я тоже в дальнейшем планирую его потестировать. Но мои подписчики мне рекомендовали именно черный, именно Суперсила Видимый Эффект. Я купила именно такой. Написано, что он прекрасно удаляет все микробы. И плюс к этому удаляет стойкие пятна, включая ржавчину, и до 100% известкового налета. Глубокое очищение даже под водой. Поэтому давайте вместе с вами протестируем. Образец у меня, как обычно, достойный, грязный. Я думаю, что покажу вам, насколько хорошо либо плохо работает утенок. Я буду чистить при помощи губки и при помощи вот такой вот щетки. Работать, конечно же, буду в перчатках. Итак, распределяю средства по грязной поверхности. Такое вот зеленое средство. И начинаю чистить щеткой. Наверное, налила я много, ну ладно. Для взаимодействия буквально на несколько минут. За это время подготовлю воду для того, чтобы хорошенько промыть плитку. Через 2 минуты смываю средство с плитки. И вот такой вот результат у меня получился в итоге. Абсолютно чистая плитка, чистые межплиточные швы, белоснежный унитаз. Поэтому средством утенок я осталась очень довольна. Утенок у меня вот в такой вот черно-синей упаковке. Очень многие подписчики мне рекомендовали это средство. Все, кто рекомендовал, большое спасибо. Также подписчики писали, что этим средством можно чистить не только сантехнику, не только плиточные швы, но и это средство прекрасно очищает потолок в том случае, если на нем есть желтые табачные пятна. Очень часто мне подписчики задают вопрос, просят совет, как же очистить потолок от желтых пятен. Так вот, обязательно попробуйте утенка, он действительно хорошо выбеливает, хорошо очищает от грязи, от желтых пятен. А может быть, даже можно будет взять не черно-синий утенок, а утенок ультра-белый. Я видела тоже такое в продаже. Для потолка, может быть, взять что-то прям совсем мощное, выбеливающее. Поэтому средство великолепно работает. Друзья, обязательно пробуйте. И давайте протестирую еще это средство на светлой плитке. Я думаю, что здесь будет более заметно. Добавляю средство и также при помощи щетки буду чистить. Меньше чем через 1 минуту смываю с плитки средство.
И давайте будем оценивать результат. Смотрите, какой белоснежный плинтус. Вот такие вот белые швы. Вот в этом месте я не мыла. То есть вот такие вот серые швы были изначально, и вот так вот они очистились. И вот здесь тоже чистый шов, и вот начинается грязный серый, тот, который я не мыла. Вот в этом месте я не мыла, тоже серые, желтые, грязные швы. Это тоже часть, которую я не очищала. И вот здесь вот уже чистые белые швы, то, что я чистила. Ну, а на этом, друзья, у меня сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео было для вас интересным, информативным. Если вам есть чем меня добавить, обязательно пишите свои комментарии. Советуйте другие средства для тестирования. Обязательно самые интересные запросы я исполню и публикую на своем канале. Всем еще раз спасибо. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока.